X5 Диалог 2022 продолжает свою работу, и новый спикер. Александр, здравствуйте. Поговорим сегодня с вами о лояльности, которой вы как раз и занимаетесь. X5 перезапустила формат программы. Расскажите, что сейчас, какие сети входят в X5 клуб и какие ключевые изменения претерпела программа? Да, добрый день. На текущий момент в X5 клуб наша единая программа лояльности входит в такие сети, как «Пятерочка» и «Перекресток», как доминанты нашего бизнеса. Вот. И в ближайшее время мы планируем подключить и сервисы доставок, и впрок, и многие другие бизнесы, которые входят в X5. Что сейчас X5 клуб дает потребителю, в первую очередь, ключевые моменты, почему люди присоединяются, и как они могут вот свои выгоды получать? Но прежде всего слоган X5 клуб – это «умножаем выгоду». Mm-hmm. Вот, и ключевое, что мы даем нашим клиентам – это возможность выгодно совершать покупки в наших магазинах, вот, накапливать баллы и использовать эти баллы вне зависимости от того, в какой сети из X5 они были накоплены. Соответственно, их также, там же можно и потратить. Вот, также мы предоставляем нашим клиентам довольно большой, широкий спектр дополнительных возможностей в части и уровней программы лояльности, и любимых категорий, на которые у нас действует повышенный кэшбэк, то есть возврат баллов, который также позволяет быстрее накапливать эти баллы и расплачиваться ими за те товары, которые вы хотите приобрести здесь сейчас. А что это дает компании? Прежде всего, программа лояльности дает компании понимание и знание о клиентах, да, для того, чтобы можно было дальше выстраивать долгосрочные отношения. Части и персонализации, то есть персональных коммуникаций, когда мы можем клиентам на основе их потребления предоставлять персональные скидки, акции, которые проходят в наших магазинах. Также это позволяет нам правильно учитывать мнение клиентов при формировании ассортимента и ценовой политики, это безусловно. И, конечно же, это позволяет нам выстраивать самое доверие между клиентом и нашей компанией. Вообще, в целом, сейчас история про лояльность, которая фактически у каждой сети, там, у каждого магазина, у каждой компании присутствует. И как сделать так, чтобы при перезапуске вы смогли сделать вот наиболее интересное предложение своим покупателям, как технически, так и сервисом? В начале года мы столкнулись с ситуацией, что нам нужно было в очень сжатые сроки как раз перезапустить программу лояльности. И это было связано с нашим технологическим контуром. И как раз здесь у нас сработало импортозамещение, и наша внутренняя там команда, как бизнес, так и IT, смогли в очень сжатые сроки, у нас заняло порядка 3,5 месяца, как раз бесшовно запустить нашу программу лояльности X5 Club и обеспечить бесшовный клиентский путь для наших более чем 65 миллионов клиентов, которые уже участвуют в нашей программе лояльности, сохранив для них все те баллы, которые у них были накоплены, да, и предоставить им возможность как раз использовать эти баллы для совершения покупок, продолжать их накапливать и списывать. Говоря об X5 клубе, самым ключевым для нас нововведением, но которое было продиктовано как раз потребностью наших клиентов, наших покупателей, было то, что счет должен быть единый. Да, mm-hmm. И зачем иметь 2, 3, 4 карты лояльности с абсолютно разными условиями, когда можно иметь одну очень понятную, простую и удобную. Это позволяет нашим клиентам приходить не только в магазин, который находится около дома, но и приходить в наши супермаркеты для того, чтобы совершать покупки. Что касаемо сейчас текущего развития, очень часто есть партнерские проекты. Да. Видите ли вы сейчас возможность, что X5 клуб начнет сотрудничать еще с партнерами? Ну, в данном случае не только говорим о поставщиках, но и о более крупных каких-то программах. Поделитесь, какие планы по этому поводу? Но прежде всего, X5 клуб – это открытая программа лояльности, и, безусловно, важной ее составляющей является наша партнерская витрина. Партнеры, которые присутствуют в жизни нашего клиента, помимо еды, да, я говорю сейчас и про здоровье, и про развлечения, и про другие интересы, которые есть. И мы сейчас активно сотрудничаем уже с большими, крупными компаниями, которые предоставляют нашим клиентам дополнительные
бонусы, да, скидки дополнительные вот, в своих сетях для того, чтобы мы могли учесть потребность наших клиентов за пределами рынка еды. Да, и мы сейчас активно развиваем эту партнерскую сеть, вот, и я думаю, что в ближайшее время мы уже в этом довольно громко скажем. Это интересно, по поводу громко скажем. А что касаемо экономичной модели потребления, значит, потребитель все-таки начинает здорово экономить, это все отмечают. Вот видите ли вы сейчас какие-то уникальные возможности, которыми вы можете поделиться со своими клиентами, своими покупателями посредством программы лояльности? Что вы можете предложить? И, наверное, как бы таким еще, чтобы итогом, ключевые планы развития X5 Club. Вы очень правильно сказали про модель поведения вообще в целом потребления. Когда мы перезапускали нашу программу лояльности, делали ее единой, мы обращали внимание именно на существующие тренды в поведении клиентов. Да, и сейчас этот тренд уже продолжается несколько лет. Мы говорим про экономный стиль поведения в совершении покупок, в том, что людям очень важны именно те цены, да, которые есть в магазинах, и как раз вот возможность именно выгодно и экономно совершать покупки в магазинах, это являлось такой важной составляющей некой гигиены, да, при которой мы все это перезапускали. Вот, при этом, когда мы говорим про дополнительные возможности, которые получает наш клиент, их на самом деле масса, как я сказал, это уже и возможность получать дополнительные персональные предложения, потому что помимо того, что мы хотим экономить, и в целом население хочет экономить, мы говорим еще и, что к нам должно быть некое персональное отношение. Да, то есть у нас должна строиться эмоциональная связь между компанией, да, и клиентом. Бренд, клиент. Именно за счет этого можно получить больше доверия, если ценности, которые мы транслируем на наших клиентов, да, они совпадают с тем, что необходимо клиенту здесь, сейчас. И, как я сказал, это и персонализация, это дополнительные маркетинговые промо-активности, которые у нас проводятся, также совместно с нашими партнерами. Партнеры, я подразумеваю, поставщиков, да, и за это огромное спасибо. Вот. Поэтому, да, мы это будем наращивать. Вот, плюсом ко всему, мы, безусловно, не забываем про дальнейшее развитие X5 клуба в части дополнительной геймификации, некого вовлечения наших клиентов в взаимодействие, да, потому что мало просто иметь карту лояльности, да, как некую скидочную или бонусную механику, а важно еще следовать за клиентом в неких достижениях, да, которые он может совершать вместе с нами и транслировать, опять же, наш персональный подход к каждому клиенту в нашем существующем мире. Александр, 65 миллионов, база уже большая. Надеюсь, что у вас будет продолжать прирастать. Желаю вам этого. Спасибо за ответы. X5 Диалог продолжает свою работу, и мы продолжаем записывать наши видео. Изучайте те материалы, которые мы создали. Передавайте вашим коллегам информацию.